Нечистый принес! Пожалейте близко! Нет никого! Опоздали! Святители Николай Угодник! Ведь я здесь на прошлый год торговал. Большая была деревня. Лишь как разорили. Пушек у нас нет. И все про пушки. Какие нам пушки? Торговать надо. Ох, и жаден же ты, нелюбь. Я тебе дядя, так ты у меня учись. Не нашу тысячу рубят. От нижнего ляхов и без пушек отгоним. А не отгоним, откупимся. Человек. Как тебя звать-то? Кузьма Минин. Тебя-то спас, а торговлю, выходит, бросил. Куда мы с тобой поедем? Как звали деревню-то? Малинкой. А тебя как звать? Да Романом же. Ты что же, значит, здешний, из вольных? Нет, я проходом. Из-под Суздали. Крепостных, значит. Бегай, не бойся. Ты, Роман, не бойся. Мы тебе ни судьи, ни пристава. Мы с племянником мясом да рыбой торгуем. Нам, коли не ограбил, так и не разбойник. Чего мне бояться? Я и ловлен, и бит, и опять ушел. А ты чей? Орлова, стольника кабальный. Сильный люд? Стольник-то? Обыкновенно. Кровопиев. Он всем ворам крест перецеловал. Все ищет, кто больше даст. И где управу искать? Я бы их всех зубами загрыз. А ты, милый, не управы ищи, а правды. А правда-то она по церквам да по святым людям. Если бы собрать все села, да все деревни, да все города, как бы собрать вместе всех русских людей, да на добром согласии, да не шталяхом с ихними шведами одолеть такую силу. Жалостно говоришь, и правильно, только не соберешь. Брось, мертвой костью не погань рук. Соты в черепе, пчела задичала. Брось, и руки умой. Плетью обуха не перешибешь. Тоже, небось, с ляхами колом воевал. Может, одного и убил.
а их трое новых пришло. Может, тоже крестьянином был. Нет, друг, мы твою обиду не оставим. Ночи не дойду. Некуда. Места нет. Пусти, Христа ради! Баньку новую строю для Господа. Бревна надо перетаскать. Перетаскаю. Совет. Видать, воевода. А можете, воевода, за благословение. Тебе-то что? Мне горницу, да меду, да пива, хлеба помягче, да рыбы. Уже чтоб был добрый. Васька! Возьми лошадей, Христа ради. Ты чё задевался? Лошадям корму. Чё стоишь? Это что за образина? Эфиоп. Грек. Кельи все заняты, боярин. Ну, ай-яй-яй, ай-яй-яй, цареву стольнику места нет, а? Сенька, возьми плеть, пойди по кельям, объясни, кто приехал. Может быть, князю Пожарскому поставить? Видите, что ли? Митька Тихонин, и он здесь, он потеснится, он и под лавкой переночует. Веди к Митьке, отец. Князь беседует с блаженным иеринархом. Слышь, тебе смерть лошадей держал, ты куда-то убег. Ты его знаешь? Да тебе-то что? На беглого Романа с нашей вотчины похож. Ух, у него рваный, видал? Не видал. Эх. Сыскать бы да поймать. Боярин два алтына дал бы. Два алтына деньги. Сыскать бы да поймать. А деньги пополам.
Так что ты паря? Я тебе не паря. Я хоть и казак, народ непростов. Тупо верстают меня в дворяне. Есть у нас на дворе такие дворяне столбовые. Только те лай! Ну уходи, пока цел! Ты чего здесь? Обогреться. А, да это ты. А ну-ка, покажи ухо. Степан, кого это ты? Кто таков? Он меня зарезать хотел. У меня и ножа-то не было, аспид. Чего ж тебе надобно? Берите меня. Ваша сила. Беглый он, стольник Орлова Кабальный, Орлов Сицкий. Перестань, Степан. Мы ведь не пристава, чтобы ловить да выдавать. Подойди. Как звать? Романом. Куда идешь? На Москву. Что тебе в Москве? Все равно дойду, не удержишь. Что говорю тебе в Москве? Ну, убей на месте. Что тебе в Москве надобно? Рать собирают. Берут всякого, не гонят и не выдают. В Москве рати не собирают. Ну, а коли не врешь, приходи ко мне в Москве на Сретенку. Спроси двор князя Пожарского. Не выдашь. Не выдам. Что ж ты? Безоружного, да с ножом. Князь, свет ясный, доброта не описуемый. Не селись, мои холоп постели. Рыбу, прости, всю съел. И мед нет. А пиво есть. Это тебе.
святые отцы прислали. Ты и платить будешь. Да ты не обижайся. Спать хочу, Григорий Федорович, прости. Гляди, счастье проспишь. Эх, Дмитрий Михайлович, время-то какое! Лови, добери! Я тебе друг. Вот ты и грамоте знаешь. А связался с Липуновым, а Липунов рязанец. Он все своим рязанцам раздаст. А ты шиш получишь. Слышь, Дмитрий Михайлович, шиш, говорю, получишь. Ты что, все отечество спасаешь? Отечество, говорю, спасаешь? А ведь оно большое. Большое. А надо что, поменьше спасать? Подержаться надо польской руки. Ляхи в Кремле сидят крепко. Весь порох и все пушки в Кремль забрали. И казну всю. А у нас ничего нет. Они наших холопов да блинников побьют, а коли мы им в этом поможем, так такое получим, что у нас и на разуме нет. Ты, Владислава, держись, как я держусь. А Владислав царевич прирожденный. Григорий Федорович. Я знаю, знаю, что ты под Сарайском под Коломной ляхов бил. А ты не бойся, они тебе дороже заплатят. Эх! Выпей, князь, помнишь, и служили вместе, и воевали вместе. Вместе не воевали. Брезгаешь? Боярин. Что? Да. Монах просит слово сказать. Зови. Не идет. К себе просит. Что? Погоди, вот. Там кружкой порошит. Дело, боярин, и тебе на пользу. Тайное. Есть грамотка, и с этой грамоткой надо Пожарского опередить. Кому писано? Пану Гонцевскому в Москву. Род твой, Григорий Федорович, честью обижен и захудал. А если ты грамотку вовремя свезешь, будет и честь тебе, и жалость. С нею тебя и в Кремль пропустят. От кого писано?
от меня. Неужто и ты ляхом служишь? Это какой земли? Португальской, боярин. Ага. Отымают. Топоры отымают, ножи отымают. Боятся. Ну, будет им, палача. Слышь, парень, ты дорогу на Сретенку не знаешь? Дорогу! 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 Дорогу давай! Дорогу давай! К ляхам на службу! Ах, стервицы! Гляди, гляди, улицы узкие да кривые, сунься попробуй. Народишко надо оттуда выбить. Коли подвалют казаки, как отобьется? В Кремле сидим, а земля не наша. Так что ж советуют, бояре? Жечь. При великих государях, как татары подходили, всю Москву за китайской стеной жгли. Выжим, будет поле. Для пешего до конного боя удобно. И со стены с пищали палить тоже удобно. Все видать. Который Концевский-то? Вот, тот с булавой. А как величать? Ясновельможный пан староста Велевский. А где грамота? Сам отдал. Этот еще откуда? Ясновельможному пану Концевскому, старости Вележскому, челом бью. Я стольник Гришка Орлов, царя государя всей Руси, Владислава Милостивого холоп. Пану гетману грамотку привез. Ох, вез скоро. С великим бережением. Войско с воеводами Прокофьем Ляпуновым, Иваном Заруцким и князем Дмитрием Трубецким приближаются в Москве. Так. Будут здесь через двое суток. Да. Известие достоверное от верного человека. Да, еще какой-то Пожарский. Пожарского-то я знаю. Умом-то не гораст. Да блудлив на нас.
на царя Владислава замышляет. Его бы надо взять за приставов, да во строк. А на вотчину-то его мне бы лист жалованный. Награда вам будет. Так, надо подумать об обороне. Если начинать сжечь город, то откуда? С Никитской надо поджигать. Дура, не глинный это огонь переймет. Со Сретенки, Никитка! Ее и пойдет! Прошу чести! План мой таков. Завтра утром я выведу драгун за Китайгородскую стену и подожгу деревянный город в нескольких местах. Прошу чести! Кочерга! Дай кочергу! Митя, набат! Раской Варфоломем, пошли ко мне Степана, чтоб нес доспех. Пусти девка до князя. Куда я такой орал пущу? Пусти, говорят, нужда есть. Пусти, красавица. Ляхи Москву поджигают. Иди. Ну, погоди, дурень. Ты меня звал? Так я не один пришел, с народом. Ляхи вышли за Китай, город. Дома поджигать. Слышь, Набат? Много ли вас? За воротами человек до 100. Еще придут. Оружие есть? Кулаки да колья. Я кузнец, так во, припрятан. Степан, открой ворота, пусти народ. Я приму. Слышите?
Полякам Москву мы сжечь не дадим. Срока у нас мало. Кто знает пушечный двор, что у мост? Вступайте двое и зовите ко мне пушечного мастера Федора Зотова. Да еще человек 40 пушки тащить. Не дадим! Всем передайте! Держаться нам надо недолго! По Сретенке на Поместиск! Троицкой дороги везет к нам ополчение с добрым оружием! А ведут его воеводы Лепунов и Трубецкой! Ступайте во дворы! Стойте тихо, без крика! Поляков пустим на улицу, да и ударим! Федор Никитич, погляди-ка! Федор Никитич, как повыше! Федька!
Отвечай! Там воевода! На Среченку! Сколько наших осталось? Пятеро, да я. Беги к воеводе. Скажи, что поляков, мол, отбили. А народу, скажи, осталось мало. Ляхи опять пойдут. Стоять будет трудно. А я, скажи, помираю. Саблю возьми. Отдай кому-нибудь. Слышь, Костя, беги, залезь на колокольню, смотри по улице. Как увидишь, ратных людей идет много. Беги вниз, кричи народу, ополчение, мол, идет на подмогу. Да ты и вправду мужик. Ай-яй-яй, как рассекли-то. А ты сними кольчугу, кровь надо унять. Что тебе? На Мясницкой держаться не можем. Мостовая горит. Селить на бревна тулупы. Ступай. Собирай народ ко мне. Я возьму сколько надо, поведу на Мясницкую сам. Кто останется, бери над ними начало ты. Ну, коль полезут поляки, держись. Степан, коня! Лепунов близко. Подойдет ополчение. Вместе вобьем поляков в ворота. Пойдем на Кремль. Что, Федор Никитич? Нет! Больше пороху. Дмитрий Михайлович. Собирай народ! Собирай ко мне! Роман! Где Роман? Я, Дмитрий Михайлович.
за пушечным двором амбары с хлебом. Запас года на три надо поджечь, не отдавать полякам. Я сам подожгу. Кто дорогу знает? Я знаю. Веди. На мосту держатся. Подмогу надо, Дмитрий Михайлович. Подмогу? Как бы людей собрать. Поднимите меня. Опоздали, Прокофий Петрович? Зажгли Москву ироды. Нравный какой. Нос дерет. Будто и впрямь воевода.
Степан трогает, чего стоишь? Лучше помереть, чем видеть такое. Мои деньги считал? И шатыном не дам! И полтину не дам! Не дам полтину! Покрываем разрезные ножи! Держался кармане! Товарищ, давайте все кончились! Люди почтенные! Да дай слово сказать! О, только не даст, а без денег не только что нижнего, а и ворот бы себе не защитить. Господа дворяне, сколько вас? Нас тут дорогобужанты, вязничий, да из-под Смоленска. Служилых людей до 2000. Нам столько не надобно. И так объели на тирды. Изгороди поломали, посуды растащили, а службы с вас не видно. Верно говори, верно. Растащили. Служивый человек может службу исполнять, когда на него мужик дома работает. А то были у нас мужики.
задолжали нам кругом, да и ушли с ляхами драться самовольно. Убил лях мужика, ну и пропал за ним дом. То, государи мои, не гораздо. Вы нам дайте коней, да пороху, да землю за нами закрепите, да заставьте мужика нас кормить. Тогда будем служить вам без воровства, как в ополчении служили. Баста! Каждому коня на доспех топора. Никола, милость. Стрелки, да два! Пять городы чая одна! Православие! Поблагодарить ты пищей! Ну, Миныч, нынче говорят, вы посадские умные. Рассуди, кому сколько давать. Люди торговые, люди посадские. Говори, Кузьма, вы тебе выбирали. Что полста войска поставит, что дваста поставит. А нижнему одному не устоять. Рассудить надобно. Под Москвой, почитай, рати нет. Прокопий Липунов, добрый был воевода. Убили, остались за Рудской, за Трубецкой. Они откуда? Оба тушинским вором ставлены. Вотчины брать, кабаки сдавать, дорвать друг у дружки русскую землю кусками, а не гораздо. Надежда на них плохая. Возьмут ляхи верх, так не руб Салтына, а и домишко твой даром возьмут. Тебя холопом поставят. Да что ты об Москве? До Москвы далеко, а до нижнего ляха все пустим. А в том и разговор. Москва-то по боли нижнего, да отдали, а нижние ляхи и сами возьмут. Верно. Я так скажу, коли есть у нас 2000 служилых людей, то и подымать надо 2000, а будет более, подымать более. О. Допустить по всем городам слух, чтобы по доброму нашему примеру собирали ратных людей по всей русской земле и к нам посылали. А деньги? А деньги нам давать. Вот спел! Да и сел! Что же это? Выход. Да ты не начни выбрали. От дворянов деревень с мужиками в кабалу не давать. А на меня что ж? Коза пахать будет? Спрячь железку. Дворянов за службу деревень с мужиками не давать, а давать жалование деньгами. Верно! Стало быть, и денег надо много. Вот мы с посадскими ремесленными людьми, всего человек за полста, собрались и порешили давать на ополчение третью деньгу от всех прожитков, какие есть. Я вот убогий человек, даю 100 рублей. Дом есть, продам. Да что ж это такое, царица небесная? Борода, что ворота, а ума в калитку. Да кто тебе обречь дураков, третью деньгу даст? Кого совесть есть, тот и даст. А коли все порешим, так и приневолим. Такое дело надо вершить всенародно. Вот выйдем завтра поутренне на паперть, объявим нижегородцам о добром нашем начале. Пусть понесут слух. С посадскими головами у меня сговор, они о том согласны. Вместе выйдем. Выйдем! Выйдем! Дело стало быть за купцами. Стало быть, посадские порешили, а я дом продавай. Братцы! Аллах!
убить! Разор! Заторговалка, тыкву, отдай Алфин! Заторговалка, тыкву, отдай Алфин! Грабители! Ихние дурость там не укажут! Пущай сами дают! Пущай идут топаты! Им там на вновь пока-то! Пущай выходят! Пущай выходят! Пущай выходят! Пущай выходят! Выйдем! Его заставим! И порешили, а нас мало, а дело большое. Просим у вас разумения до совета. Совет вы, Вадим, у нас тоже ум есть. И, видать, умом-то гораст чужие деньги считать, а на них покупать. А свои наживать ума не хватает. И кафтан-то весь пила. Православные! Мы торговые люди. На нас, грешных, город держится. Нашими достатками и вы кормитесь. Разве нам своего добра не жалко? Разве мы своему городу не обороним? Верно! Наймем разных людей, выстроим заслоны. Валяйте-то в Москве, а мы-то за Волгой. Да они, может, сюда и не пойдут. А ты уйди! Что ты с кулаками пустил, дай слово сказать. Уйди! Граждане! Нижегородские, я правду купец сказал, он только за свое добро держится, а народу ему заботы нет. Не за свой город, не за Нижний один, а за все государство московское надо поднимать ополчение. Эх, Василий! И я говорю, Боря наша говорит, так неужто польскому бесчестью, то польскому насилию конца не будет. Неужто у народа русского ни силы, ни управы нет на поляков? Так не бывать такому бестолью, не бывать лахом, хозяевами на земле русской. Видишь, как говорится. Воюем мы с ляхами вплоть. Стоп особо, Казань особо. А купец, видишь, говорит, что нельзя один за себя постоит. То ли далее и так будет. Одолеют нас ляхи и бьют на шею железное ярмо железными гвоздями. И будем мы, и дети наши, а нам холопами. Родину свою забудь, и родной язык забудь. Граждане нижегородские, опомниться надо. Надо начинать великое земское дело по всем городам собирать в ополчение служивых дворян, да по всем селам и городам собирать также и простых ратных людей. Кто захочет тех собирать в одно место, давать им коней и оружие, и кормить, одевать добро, чтобы было
подрался! Молчи! Молчи! Вы посадские, кузнецы, плотники, сидельники и мясники собрались и приговор написали. Дать каждому от своих достатков на общее дело третью деньгу. Собрали до 2000 рублев. До этого мало. Коли поднимать ополчение, коль идти на ляхов всей землей, денег надо было много. Железо надо, оружие ковать, медь надо, пушки лить, свинец надо, селитру. Коли купцы не помогут, коли кто здесь из посадских, которые с достатком не дадут своей доли, погубим великое дело. А коли все порешат, да дадут, то и купцов приневолим. Неужто ж не станет нам доброй воли? Неужто добро свое, рух ледишку свою пожалеем, а землю родную не пожалеем? Жен и детей заложим, головы свои, жизнь свою отдадим. Постой! 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 Дай мне сказать! Православные! Тебе мою деньгу, не третью, а одну. Я ее с Архангельска нес. Били меня, искали, так я не отдал. А ему сам отдам. Давай шапку. Ильич! Ильич! Головы свои отдадим! Хорошо, городок! Подарем одно ополчение! Да неужто ж добро свое пожалеем? А землю одну не пожалеем? Пишем, не обманите. Thank you.
если без фраз, гетман Хаткевич? Что делать с нашей Москвой? Приходится повторять, Ваше Величество. Для того, чтобы Москва принадлежала Вашему Величеству прочно и навсегда, мне нужно 12 тысяч отборного войска. Смоленск давно взят, русские бояре лижут мне руки. Царя Василия, я вчера показывал гостям на пиру. Какого черта ему еще нужно? Войско и деньги на войско. Чтобы сражаться с кучкой мужиков, гетман Хаткевич, нужно поменьше осторожности и побольше смелости. Ваше Величество, пан Хаткевич известен миру как величайший воин. Вспомните, Ваше Величество, как он бил лютеран-шведов, как он уничтожал непобедимых турецких янычар, как он кровью отмыл Нидерланды от ереси. Никто в моей жизни не упрекал меня ни в трусости, ни в жалости. Взгляните на карту, Ваше Величество. Город Москва еще младенец. Хотя ему уже 300 лет. Но в руках этого младенца ключи к путям всего мира. Смотрите, как во все стороны от Москвы текут реки. К южным морям, морям север, дорога на Персию и Турцию открыта. Еще одно усилие, и Ваше Королевское Величество будет вечно владеть этим городом. Вот здесь, за рекой Ура, которую русские зовут Волга, стоит народное ополчение с князем Пожарским во главе. Пожарский? Это кто? Воевода Пожарский простодушен, но тверд. С ним некий Минин из простых людей. Мясник? Кажется, мясник. Очень упрямый человек. А он что, опасен, этот Пожарский? Чернь ему верит. Ага. Ну так ему надо умереть. Внезапно. Ну как умер мой кузен Генрих в Париже. От ножа. Ведь это же можно устроить, а? Все в руках Господа. Ну хорошо. Ну, а денег вы мне дадите? Из любви к христианскому делу орден Святого Иисуса денег даст вашему королевскому величеству. Взаимообразно. Вместе с благословением своим. Этого дерьма сколько хвош. Ты что, Орлов, что ли? Нет. Орлов. Да я, может, у Ляхов-то первее Орлова самого. Добро-то все. Где? В Кремле московском? Панов? А у вас? Огрызки? Такое у нас добро! Срезай то, как нищие по городам собирают. Колокола на пушке льем. Да смута, да смута. А где ж покой-то достаток? И деньги есть, да жизни нет. Солярики все равно одолеют. Одолеют. Вот я и говорю.
Хозяин у тебя плох. Князь-то твой пожарский. Кузенке Минину, мяснику, душу продал. А много он тебе милости пожаловал, а? А ну его, милость! Милость ты не Роману, мужику беглому. Саблями ходят, сволочи. От хозяина и бесчинства. Беспорядок-то. От головы смахни голову, и кулаки повиснут. Ты про что это? Да про то. Пожарского-то ножом пырнуть? Коля умеешь, ведь пустое дело. А ведь царству польза. Ты князю человек близкий. Возьми ты на себя божье дело. Ну, ночью там или в сутолке, как знаешь. А уж ляхи тебя за это превыше всех вознесут. Денег и мужиков дадут. Боярином станешь. Нож-то есть. Дьяка разбуди. Где грамота? Отыщи-ка. Кем подписано-то? Выборного человека всею землею в Кузьмино, место Минина, князь Дмитрий Пожарский руку приложил. Читай. Мы сославься со всею землею, души свои дали на том, чтобы стоять против врагов, разорителей польских. Опять взбеленились. Иди сюда! Еще вора поймали. Видишь, развелось их на ночь глядя. А что ты? Что ты? Куда? Мы его на рвать поймали. Думали, лях. Вышел из Кремля. Едет сторонкой. Таится. Мы к нему. А он вскачь. Молчи, холоп! Я тебе не холоп. Не ори! Говори толком. Кто таков? Василий Андреевич. Стольник я царский, слышь? Одежи не видишь. Смерть. Василий Андреевич, Орловых знаешь? Калужских. Так я Григорий. Федора сын. Яхи меня силой в Кремле держали. Да я увернулся. К Москве-то польское войско идет. Ведет его гетман Хаткевич. Ну, поляки вздумали ему грамоту написать, чтоб торопился. Я и вызвался. Говорю, знаю, мол. Свезу дорогу, знаю. А сам думаю, перекинусь к своим с грамотой-то. И упрягить успею. И... Постой. Дело хитрое.
Забрать надо толком. А я спать хочу. Сделай милость, Иван Мартынович. Учини расспрос. Дьяк запишет, а я пойду. Уходите отсюда! А этого в куль да в воду. И ты ступай. Грамоту оставь. Накорми ты меня, воевода. В Кремле полмерина худого 600 злотых стоит. Я псов жрал. И человечину жрут. Но я не смог. Ладно. Выкладывай все на чистоту. А я еще чего скажу. Ляхина Пожарского замысли. Зарезать. Человека послали. Человек-то мой холоп. Я указать могу. Хлебца дай, Христа для. А я служить буду правдой. Ладно. Скажем, друг, так. Я тебя не видал. Грамоту гетману Хаткевичу ты вези. А что Пожарского зарезать хотят, того и не слышал. Садись за стол. Я видел, как тебя повели. Грамота с тобой. Братцы, первое дело, доставайте мне коня. На Москву польское войско идет. Надо Пожарского упредить. Надо мне в Ярославль скорее скорого. Кто такие? Капитан Маржерет и я, Смит, его поручик, бьем вам челом. А вас мы слыхали. Воины вы великие. Что же вам нужно? Мы можем служить вам за добрую плату и выгонять польских людей из вашего государства. Ишь ты! Откуда вы пришли? Мы служили полякам. За что же вы нас так полюбили, что поляков бросили? У поляков плохая еда. Зато денег много. И деньги дают нечестно. Вы что, Федор Никитич, поляки наше золото шведам не дают? Нас дожидаются. Да, по всему видать, воины вы удалые. И даром сил тратить не любите. А велико ли у вас войско? Мы имеем 2 батальона добрых шведских солдат. И
Также мы имеем 20 начальников, тоже добрых. Сила большая, но куда девать вас, не знаю. Народу у нас много. И черемисы, и татары, и чуваши, и мордовцы. Все с нами. На шведов-то, пожалуй, каши не хватит. Так что, Федор Никитич? Не хватит, Дмитрий Николаевич. Но, коли не хватит, моих обижать не будет. Пойди сюда. Не вы, не ваши люди нам не надо. Вы и Москву жгли, наших людей рубили. Нам с вами в одном строю быть не гораздо. Оборонимся от польских людей сами. Понял? Вели в будки играть. Ты что ж, язва, деньги взял, а дела не видать? До завтра, до завтра. А он кольчугу оденет, ты в поход. Из пушки его бить будешь? Ну что ты дрожишь? Все одно тебе не жить. Выдам тебя с головой, дьявол поганый. А ляхи возьмут вверх, железо сгною. Сейчас надо. Вынимай нож. Ты за мной держись. Встань за моей спиной. Как я скажу, милости прошу. Милости прошу. Бей его из-под меня в брюхо. Князь здесь! Пропустите, православные! Пропустите, князь православный! Пропустите, князю! Пропустите, князю православные! Воеводы милости, дай сироте слово сказать. Иду я к тебе с Казани, а меня к тебе не пускали. Дмитрий Михайлович! Милости прошу! Дмитрий Михайлович! Держи! Прости, Христа ради. Бес попутал. Не знал, что творил. Князюшка, в глазах темно. Воевода часу нету. Хаткевич к Москве подходит. Стоит уже под Можайском. Ногу ножом пропорол. На лошади-то сидеть могу, а слезть-то не могу. Ишь ты, вспомнила. А я тебя искал. Вот, глядись, виделись. Куда ты, в Москву? В Москву. Куда твои рязанцы пушки поворотили? Вон и помогну, Дмитрий Михайлович. Или вернуться на дорогу. Увязнет пушка, голову сниму. Цел? Не поранен? Да ж.
правда, Козьма Минович, он меня и не тронул. Вот Романа жалко, ногу ему пропороли. Да и то перевязали и на коня сел. Никита! А ты, говорят, простил его, да отпустил. Кого? Степана Стервица этого. Задержи конных у моста, пускай пройдут бродом. Ты, Дмитрий Михайлович, разуметь должен. Тебя всей землей выбирали, стало быть, не тебе и прощать такие дела. Нечто Хорошов на тебя нож поднял. Он на государство нож поднял. Поляки спать ложатся. Пожарский стоит здесь. Вчера вышли от этого, как его, Новодевичьего. Завтра мы всей силой ударим от Донского. Сейчас мы тут по этим улицам. Пожарский перешел реку. Как? Разведка донесла, что русские укрепляют здесь Гуляй-города. Все равно. Русским не удержаться в развалинах. Наши фланги защищены изгибами реки. Казаки с Трубецким стоят здесь. Вчера они побоялись помогать Пожарскому. Завтра испугаются еще больше. Мы прижмем русских к реке, а наши будут бить их со стен Кремля артиллерией. Здесь мы наведем плавучий мост и соединимся с Кремлем. Да, вы отправили этого боярина Стольника с хлебным обозом? Отправили давно, как стемнело. В Кремле люди падают с голода. Если боярин так хорошо знает Москву, как он говорит, то в темноте он проберется к Кремлю. Пожарского тут нет. Все. Вчерашний день позор. Позор для вас, пане Казимир. Вчера толпе грязных московских мужиков вы показали вашу спину, пане полковник. Завтра я еще раз покажу вам, как противник уничтожают быстро и навсегда. Кто против нас? Пожарский. Он храбр. И только. Это как его? Минин? Ведь он же, как кажется, мясник. Но теперь надо выспаться. И вам советую сделать то же.
Души. Буду и держи. Сейчас брод будет. Кремль. Слава тебе, Господи. Святый Сергий, заступник многомилостивый. Его знаю. Это он воеводу князя Пожарского ножом пырнул. А тот его простил. А он, видишь, куда кинулся? Ну? Показывай, где боярин. Роман! Вот он тут, в этом вазу схоронился. Он и есть главный бог. А меня приневолили. Отпустите меня, Христа ради! А не верься ты, змей окаянный! Кто? Кто такие? Свои бояре. Русские. Ромашка, голуб! Иди к воеводе! Не поведу, Григорий Федорович. Ты ляхам душу продал. Стало быть, тебе смерть. Вашими знаменами за равную долю добычи.
мы, кажется, уже встречались. Мы дрались не однажды. С вами и против вас, и всегда со славой. Прекрасно. Я принимаю ваши условия. Вы пойдете вслед за конницей, укрепляя ее успех. Сегодня счастливый день. Я весел. Солнце встало за моей спиной и светит в глаза русским. Я как Юлий Цезарь. Передо мною галлы, осаждающие город, занятый римскими войсками. Пан Волынский! Ведите конницу, врывайтесь с улицы, пехота последует за вами. Ну, Ермачок, держись. Кротко! Сдуй! Михалыч, идут, вон они. Погиб Дмитрий Свет Пожарский. И Куземка Минин туда же. Thank you.
Дворецкий! Артиллерию ближе! Ведите венгров! Мы должны прорвать фланг русских и навести мост к Кремлю! Ну, всей силой в одно место! Вперед! Вперед, вперед! Казимир умоляет о подкреплении. Он дурак. Я не могу рисковать своей последней конницей. Он должен пробиться. Что? Подкрепление Гетман. Что? Не слышал, негодяй. Подкрепление. Хорошо. Я сам поведу свою конницу и прорвусь к переправе. За мной!
что здесь в засаде, без шума, покуда князь не позовет. Ладно, Козьма Мин, вон там за холмом мы станем. Федор Никитич, гуляй город, держи крепко, бей непрестанно. Запаса-то огневого хватит? Хватит, Дмитрий Михайлович, с избытком. Добро. Он с поля, как поворот. Где приказная изба была, знаешь? Знаю. За туманом-то не видно. Оттуда его достану ядрами. Добро. Добро. Поставили засаду, Дмитрий Михайлович. Добро. Гуляй, городайную кеманку вывезли и пушки там. Добро. Ну, Дмитрий Михайлович, никогда я, кажись, себе такой силы не чую. Вчера ляхи пробиться к Кремлю, да вы им спесь поспевали. Вчера они дрались в пол силы, а сегодня ударят со всей силы. Пустим их в Кремль, сядут ляхи на русской земле крепче, чем были. Не пустим, не пустим, не пустим. Не пустим. Деды наши из Руси татар прогнали. Так не посрамим же их славы. Пусть знают дети наши и внуки наши и правнуки наши и все русские люди, которые будут, что послужили мы Отечеству верно. Что крепка наша земля, что будет стоять она нерушимо, навечно. Ну, конец. Видишь, какая сила валит. Не нам с ляхами воевать. Рогатки бы поставить, как бы до нас не добрались. Чего стоим? Помогать надо! Нам бесстыжий! От вашей боярской твари папу по всему государству! Айда на кон! Смерть.
слышите? Говорили наши друзья в Кремле. Пожарским кончено. Нашу победу запомнят столетия. Козьма, соберем всех конных и пеших, пройдем вдоль берега и ударим поляков у переправы. Казаки с Яузы помогают. Дмитрий Михайлович, да я инако промыслю. У Хаткевича в тылу две роты. У нас за Крымским бродом 300 в засаде. Я зайду с тылу ударю, а ты сбоку бей. Делай так, Козьма. Роман! Скачи на орды, подымай людей. Ведь не всех потоптали. Подымай из ям. Всех, кто только может оружие держать в руках, всех подымай и веди ляхом в тыл. Скачи! Веди! Thank you.
второй рот. На нас не смотрят. Вон на кого смотрят. Хороший голос у Москвы. А надо бы еще громче, чтобы шведы его услыхали. Как с нашей Невы на море ушли. Чтобы иноземцы попятились. И чтобы ляхи не вернулись. Не бывать нашей земле под ляхами. Не бывать. Колпаками их не закидаешь. Пороху да пушек еще по воле надобно. Так что, Козьма Митрович? Так, Мит Михал. Выбирали вы нас всею землею. Выбирали! Волю вашу вы исполнили. Лежала русская земля обруганная. Поля не паханы, города сожжены. Теперь мы ляхов с ихними шведами побили и с нашей земли вышибли. Пел лях на Русь, как гусь, а улетел тоже не лебедем. Побили мы ляха не оружием одним, а общим добрым согласием. Побили, а коли сунутся, и далее будем бить. Есть мы ляху хвост отрубили, а там и шкуру снимем.